Для начала вас хочу поздравить с днем рождения, потому что он у вас был совсем недавно, всего 7 дней назад. Я хотела бы у вас спросить, за что вы сегодня получаете премию? Ну, я рассчитываю, что это за зрительскую любовь. А я думаю еще, что за самые милые ямочки в российском кино. Вы самая милая актриса, и я хотела бы у вас спросить, вы болели когда-нибудь звездной болезнью? Ну, бывали, наверное, всплески какие-то. Ну, они быстро проходят очень. У меня очень интересный вопрос именно для себя. Вы смотрите телевизор? Ну, на карантине, конечно, я много смотрела телевизор и старалась еще всякие сериалы посмотреть, которые не успевала смотреть, пока я работала. Вот. А в связи с образовавшимся таким потоком свободного времени даже не хватает на все. Вы очень занятая личность. Как вы все успеваете? Я не все успеваю. Мне кажется, что я вообще ничего не успеваю. Иногда прямо руки опускаются. Кажется, что столько всего надо сделать. А все как-то ускользает. Время уже как-то... Кажется, что времени остается очень мало. У каждого актера должна быть своя любимая книга. Но я обожаю книгу. Я просто... давно ее держала в руках, поэтому могу ошибиться в названии. То ли она «По следам Робинзона Круза», то ли, ну, что-то такое. Она очень познавательная в том смысле, что когда человек остается действительно на необитаемом острове, он может приготовить себе еду, сделать себе жилище. Даже там описано, как можно сделать бумагу, на которой можно писать, сочинять книги и так далее. Вот. Очень познавательная, потрясающая книга. Я думаю, что ее должен прочитать обязательно каждый человек. Обязательно ее почитаю. Спасибо вам большое за ваши ответы. Удачи в дальнейшей работе. Спасибо. За вклад в кино награждается российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Зоя Буряк.